Всем привет, ребят! Добро пожаловать на Властелин колец с модом Инорад. Сегодня мы будем играть кастомную карту, которая переносит нас в первую BFME. Вот, ее сделал креатив. Если вам нравится, вы можете скачать ее на форуме. Точку захвати, ну вас. Пока что работают только 4 фракции. Ну, я пикнул Мордор. Причем мы оставляем заднюю точку, получается, на будущее, да? Да. Хорошо. А ты на точках, если за Мордор, пилки ставишь или бойни? Мне просто любопытно. Бойни. Ага, я тоже. Не везде рядом есть дерево. У меня тут есть дерево, но как-то далековато бежать, не знаю. Стекотно. Немного. Что оно работать не будет. Так, стой. Это большой, это маленький. Идем сюда. Вот построил. Мы готовы к бою. О, дикариусы уже тут бегают. Мудрый план, господин мой. Готов, хозяин. Мы победим. Я расставлю их вождя, как матрицу. Добавим лучников. Опа, опять они мне кишки хорошо выпустят. Я сказал, никого в живых не оставлял. Я думаю, выгоднее всего играть в баррикаду. А, котик от подписчика. Аж два. Сегодня два по цене одного. Так, мне это не нравится. Отходим. Ферму рабов тоже выгодно играть. Можно много бафнуть. А ну, кстати, ты прав, да. А так можно много защитить. А ты говорил, троллей понерфили, в смысле скидка, типа, не работает. Не, она работает, но меньше процентов. Угу. Лады. Ой, блин, гении мыслят одинаково, он уже здесь. Давай, тролль. Сделай вжух. Отходим. Куда? Не на меня же. Ты. Так Изава решил тролля мечниками убивать. Ты удивишься, но у него это получается. Но, правда, мечники сдохли. Так получается или мечники сдохли? Ну, у него получилось потерять мечников. Если это был его план, то все удачно. Успешно. Ой-ой-ой. Хорош. Грейдик сюда. Так, теперь будем воевать за эту точку. Хотя, может, Готмага добавить? Но здесь, наверное, вот вся эта система улучшения орков супер кривая. Потому что ты много бараков не поставишь. Ой-ой-ой. Обида. Мне нечем сносить вышку. Ладно.
Ой, у меня ж забаговался, что ли? А, нет. Такое впечатление, что мне кар медленнее воскрешается. О, давай я тебе помогу, у меня конница есть. Спасибо. Добавим готмага. Добавим еще орков. О, я забыл, я же могу засрать ему всю экономику. Привет. У него как раз все точки в эпке. Кроме одной. Надо было сразу это делать. Мордор имба. Солдаты рун. А, ты зря это сделал, да? Там еще много солдат. Я настойчивый. Понимаю. Назад. Да ё-моё. Сколько вас надо давить? Мне нужен Назгуль с лидеркой. Все, хорош. В смысле, уже? Почему? А что, ты типа так выигрываешь? Я не понимаю. Ну, он строил лагерь, я пришел, я не понимаю. Режим дерьмо, говорит. На негативе просто. Так, типа... Против меня, вон тоже лагерь застроен, я не унываю. И это какие-то махинации от рака, он отвлекает внимание стопудняк. Малыша бьет. А, ну скидка вроде работает все еще. Теперь максимум 20%, а не 30%. А, понял. Не, ну 20% это офигенно все равно. Он новые вышки строит, зараза. Теперь у меня уже тролли есть. Ну, точнее, один тролль. Так, нам надо накопить на Назгуля вот этого вот. Кто там соскучился по кнуту? Кто там соскучился по кнуту? Наши вожди ждут сигнала. Бежать? Нет! Да блин, как же они далеко стреляют? Бесит. На меня тоже нагадили. Что, уже все растащили? Темному властелину не нужны недоумки. Мы нажмемся человеческого мяса. Нам нужны клинки. Мы победим. Нас атакуют! Вдоволь нажрем
Зараза, я не доконтролил. Почему мы бьем эту вышку дурацкую? Я проблемы? Не-не. Мы друг друга убили. Я просто очень сильно хотел баррикаду свою спасти. Ставить. Я могу тебе помочь конницей, если будут проблемы. Скажешь просто. У меня все нормально. Классно. У меня вроде тоже все нормально. У меня уже почти 5-й левел. Вот единственное, что здесь прикольнее, чем в обычном режиме для Мордора, это то, что когда я год могу качну 5-й левел, я прям стопудняк буду в орков-мечников играть. А в обычном режиме вряд ли бы так было. Ну ладно, вот это реально на ГГ похоже. У него вышек нет. А, надо написать вышки на крепе дешевые, если что. Можно было задефаться. А, он уже ливнул. Можно было этим задефаться. Ну, рип. Го попробуем дуэльку, а то как-то, не знаю, маловато. Ладно. Да? Да, поехали. Мы будем играть на той же карте большой, чтобы больше армий можно было настроить. Ну, типа. А я думал, откуда у него дикари в начале? Тут вместо уруков теперь один отряд дикарей. Два отряда уруков на старте жирно было. Ну да, наверное, ты прав. Ой, без обзора. Получается, так, давайте сюда пойдем. А тут мы поставим... О, это дешевое. Ух ты. Отсюда скаутов можно строить. Прикольно. Ну, получается, баф на пилки почти что нет смысла брать тут. Профита супер мало будет. Денег не хватит. Дикарня. Агрорашер, ты что, на крепу мою идешь, что ли? Нет. Жесть. Ты чудовище. Тебе кажется. Гейский поступок с Кавой. Как думаешь, я ее заказал? Или денег не хватило? Я думаю, заказал.
Или судя по тому, что как ты вышки строишь, не заказал. Может бежать? Кава скоро выйдет. Тебя не обмануть меня. Теряешь отряды? Убегаю, ладно, убегаю, как договорились. Ты типа чё? А, ты, наверное, хобби там вышки, не вышки, а точки захватываешь. Возможно. Или, возможно, не захватываешь. Готово. Можно отдохнуть. Нам не хватает ресурсов. Так, давайте вы посидите 5 минут и дадите мне время построить армию. Угу. Неплохая идея. Я бы на твоем месте был бы не против этого. А если вы были на своем месте? Ладно, проехали. Так что, ты сидишь 5 минут, пока мы договорились? Нет. Почему? Не знаю. У меня кресло неудобное. И тут я спи. Где? Лу. То есть обманул. И так можно сказать. Фирмочки. Вот, я тебя предупреждаю один раз, уйди. Мистер Феткет, давайте вы уйдете. Ладно, я предупреждал. Да пофиг. Мартян кинул. Добиваем. Ой, копейщики. Поступок недостойный мужчины. Не трогай ребенка. Мы снесли это главное. Но мы снесли только одно, это нехорошо. Но два наших отряда были бесплатными, так что... Окей, пускай. Так, так, что? А, это просто починка. Блин, контролит. Я уже надеялся на халяву. Нет, не сложно, у меня почти ничего нет из войск. Я удивлен немного. Мне казалось, я заказывал. Я передумал. Деремся, все нормально. Ой, второй левел. Ну что это такое? Погоди, мы проигрываем? Чё? Ну, мне пора. Я даже не видел, что мы там сражаемся. А, ты здесь чилишь? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А я не видел, что мы здесь сражаемся. Всадники Изенгарда!
Гаку. Уроки. На плохие напали. Будьте начеку. Вода и оружие. На нас напали. Мужики. Им не уйти. Ларги унюхали свежее мясо. Супер печально. Хочешь покормить варга? Выбираемся отсюда! Пора им проснуться. Готовы, хозяин. Беги, малыш. Мой варг недоволен. Он голодный. Мой варг недоволен. Враги наступают! Готовь оружие! Ловили его по отверстию! Готовьтесь, отставай! Смешно! Будьте на чеку! Готовь оружие! Ворог с вами! Не, мне это вообще не нравится. Хочу покормить вас, дружин наша! Готовьтесь к драке, подъем! Готово! Тут нужен, короче, вместо пилок нужен баф на плавильни для Изина. Лично мне. Защищайте постройку. Вот он их лает. Что вам нужно? Я не вылагался. Да они, это враги. И созданы не лучше воинов. Теперь у нас есть уроки копейки. Готовь оружие! Нашу постройку захватили враги. Готовы, хозяин. На плавильню напали. Готовь оружие! Куда вы идете? Я предполагался. Внимание! Назад в строй! Они все умрут. Ой. Фу. Что ты фукаешь? Ты мерзкий. Осуждаю. Постелил свое говно. Не-н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 е. Да-да-да. Ладно, нет, так нет. Хотя мечников можно подловить. Хоть что-то. Ой, бедных орков задавил, обидно. Ого, ну и не надо. Да ты заколебал восстанавливать это плавильню. Ой, да хват, ну не... делать не страшно. Такое впечатление, что на этой карте лес с какими-то плохими текстурами, что ли, я не знаю, как объяснить. Он как-то плохо выглядит. Может, мне кажется. Гейский поступок. Ой. Я допустил глупость. Поехали. Оф-хост! В смысле, чё, что произошло-то? Стрела поздно кинулась. Бежать.
копать и деньги воровать, задавите их. Они не могут, мы. Они слишком близко. Радостно. Чуть шарку не сдох. Обида, печаль. Умеешь ты сообщать плохие новости? Для меня это тоже плохая новость, что он чуть не сдох. Он теперь калека. На всю жизнь. Не ты строил, чтобы ломать. А вообще-то она моя была изначально. Не это помнишь? Исконно гондорские земли. Ладно, хорошо. Пускай. Я тоже так умею. А я умею убегать. Чертовы рыцари. Имба. Нерв. Когда нерв? Нерфить, нерфить. Сюда, это, сюда. Отступите, болваны! Следите за своими волками! Что вам нужно? Вперед, волчара! Ладно. Хочет покормить вар? Это? Ловили в опасности! Осторожно, он кусается! Пора им поразмяться! Хочешь покормить вар? Гендальф, сын собаки. Ой, а мы не в Гендальфа? Добрый день. Я не заметил Боромира. Походу я зря столько денег вкладывал. Ой-ой-ой. Кажется, это про игрищ. Ну беги. Беги. Тактический ход окупился. Ты серьезно не видел Боромира? Пайта 3 участвовал. У тебя на базе даже ни черта нет. Что ж ты за человек-то такой? А зачем? А, они, наверное, больше денег дают. Ладно. А это не основная моя база. Ага. Кажется, я прям совсем неправильно играл. Что-то ты слишком вложился в деньги. Хотя у меня вроде много точек захвачено. Это моя третья база? Ну, ты имеешь в виду аванпост, типа, тоже считаешь, да? Нет. Нет? Нифига! Внизу слева тоже есть база. Откуда столько денег? Ах, нет, теперь я вижу. Если я отвечу, что я Одисси, тебе понравится такой ответ? Ладно, справедливо. Ой, шкварка чуть не сдох от вышек. Теперь у нас есть. Белый колдун хочет забрать кольцо себе. Куда, куда, куда? Ой, жизнь такая боль. Такая боль. Зачем ты таверну захватил мою? Не знаю, просто. А ребенка за что убил? Не знаю, просто. В суде это не поможет. О, господи.
Иисусе. Где Боромир? Боже! Он в аду. Еще рано. Ой! Давайте шарку, шкварку, шкварку! Ну, мне кажется, что ты выиграл нечестно. Ты слишком много копейщиков построил. Копья имба, удалите, пожалуйста, из игры. Они не дают мне давить. Они не дают мне давить. Это нечестно. А, это нечестный бой. Ой, гиги. Гиги. А, я вынужден. Ну... Я даже не бомблю, потому что, ну, нечестный был явно поединок, поэтому все хорошо. Нечестная победа не считается. Всем спасибо, что посмотрели. Всего вам хорошего. Напоминаю, карта есть на форуме. ББ.